Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним упражнение номер 6 на странице 65 учебника математики для первого класса автора Дорофеева. Измерь длину отрезка в сантиметрах. Вырази полученный результат в дециметрах и сантиметрах. Измеряем длину отрезка БГ. Он равен 10 сантиметров. 10 сантиметров – это 1 дециметр. Измеряем длину отрезка ДЕ. Его длина 11 сантиметров. 11 – это 10 плюс 1. Значит, это 1 дециметр, 1 сантиметр. И длину отрезка ОМ. Его длина 12 сантиметров. 12 – это 10 плюс 2. Значит, 1 дециметр и 2 сантиметра. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свой комментарий под видео.